Дорогая Надя, извините, что я вмешиваюсь, но Василий очень робкий и деликатный человек, поэтому ему трудно решиться. На берегах этого удивительного моря мы с Василием обрели друг друга. Чё-чё? Они с Василием обрели друг друга. Так, это случилось внезапно, как наваждение. Мы до сих пор несколько растеряны. Но пути Господни неисповедимы, и кто знает, на какие испытания Он нас еще подвинет. Безусловно, жить теперь друг без друга мы не сможем. Людка, ничего не пойму. Кто пишет-то? Сосед его, что ли? Не сосед. Женщина. Ну-ну. Не пугайтесь, я не против его общения с детьми. Думаю, что вы, как интеллигентный человек, не осудите нас за этот лучик счастья на темном небосклоне жизни. Простите нас, Ну-ка. Вот, а. С уважением, Риса. Раиса. Раиса Захаровна. Пыс-пыс. Ой. Спасибо вам за Васю. Чё это, Людка? Пысь-пысь-то, чё? По скриптум. Ну? Послесловие. Ну? Спасибо тебе за Васю. Кому? Да тебе спасибо за Васю. А, ну? Погоди-ка, вот опять он пишет так. Ага. Надя, мы 4-го вылетаем. Назад домой. А сегодня какое? 11-е. Прилетели уж, наверное. Так что ты сюда не пиши.